Моя основа – это тайский бокс, муай-тай. Начинал именно в этом зале. Ахмад муай-тай. В этом зале вспоминаю о своем детстве, о первых шагах. По мере возможности приезжаю в этот зал, делюсь своим опытом с подрастающим поколением. Стараюсь быть для них примером, чтобы они брали только хорошее, чтобы из них получились настоящие воины. Наша подготовка проходила дома. У нас есть все условия, которые создали нас глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович. Я из города Баку, Азербайджан. Мне 25 лет. Представляю бакинский клуб «Динамо». Знаю своего соперника, видел его бои. Достойный соперник, так как Ахмад предоставляет только хороших бойцов, и поэтому наши бойцы растут. Моя тренировка в течение 2 месяцев проходила в родном городе Баку. Думаю, я хорошо готов к предстоящему бою. Ничего не буду придумывать, буду делать то, что я умею. Ринг покажет, как говорится, кто сильнее. Конечно, для меня большая честь боксировать именно на этом турнире. Хочется показать зрелищного боя и порадовать всех. Сайфуллах очень хороший спортсмен, но в день боя он узнает, что я тоже прекрасный боец. Рамал, давай устроим войну на радость зрителям. Синий угол, добро пожаловать из Азербайджана, Рамал Асланов! Красный угол приглашается боец из России. Дамы и господа, встречайте Сайфуллах Хамбахадов! Душа твоя настроена на сладку, сильно стремление к высокой цели. Сегодня клуб Ахмад тебе доверил. Представляю соперников и первого бойца в синем углу. Fighting out of the blue corner. Ему 25 лет, рост 175 сантиметров, вес 71 килограмм ровно. 25 years old, he stands 175 centimeters tall, official weight 71 kilograms even. Его профессиональный рекорд 33 боя, 29 побед, включая 10 побед нокаутом, 4 поражения. His professional record 33 bouts, 29 victories, including 10 wins by PM knockout and 4 defeats. Дамы и господа, представляющий Динамо Баку, Азербайджан, Рамал Асланов! И его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Бойцу 24 года. Рост 175 сантиметров, вес 71 килограмм ровно. 24 years old, he stands 175 centimeters tall. He's weighing at 71 kilograms even. Профессиональный рекорд 37 боев, 28 побед, 9 поражений. His professional record 37 bouts, 28 victories and 9 losses. Дамы и господа, представляющий Ахмад кикбоксинг Россия, встречайте Сайфуллах Хамбахадов!
рефери поединка Надыр Нуруддинов. Корнер. Внимательно слушаем команды, выполняем правила брейк, шаг назад, атака. По рукам, шаг назад. Удачи обоим. Тайм. Первый раунд, тайм. Файт! Моя основа — это тайский бокс, муай-тай. Начинал именно в этом зале. Ахмад муай-тай. В этом зале вспоминаю о своем детстве, о первых шагах. По мере возможности приезжаю в этот зал, делюсь своим опытом с подрастающим поколением. Стараюсь быть для них примером, чтобы они брали только хорошее, чтобы из них получились настоящие воины. Наша подготовка проходила дома. У нас есть все условия, которые создали нас глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович. Я из города Баку, Азербайджан. Мне 25 лет. Представляю бакинский клуб «Динамо». Знаю своего соперника, видел его бои. Достойный соперник, так как Ахмад предоставляет только хороших бойцов. И поэтому наши бойцы растут. Моя тренировка в течение 2 месяцев проходила в родном городе Баку. Думаю, я хорошо готов к предстоящему бою. Ничего не буду придумывать, буду делать то, что я умею. Ринг покажет, как говорится, кто сильнее. Конечно, для меня большая честь боксировать именно на этом турнире. Хочется показать зрелищного боя и порадовать всех. Сайфуллах очень хороший спортсмен, но в день боя он узнает, что я тоже прекрасный боец. Рамал, давай устроим войну на радость зрителям. Из синий угол добро пожаловать, боец из Азербайджана, Рамал Асланов! Моя основа — это тайский бокс, муай-тай. Начинал именно в этом зале. Ахмад муай-тай. В этом зале вспоминаю о своем детстве, о первых шагах. По мере возможности приезжаю в этот зал, делюсь своим опытом с подрастающим поколением. Стараюсь быть для них примером, чтобы они брали только хорошее, чтобы из них получились настоящие воины. Наша подготовка проходила дома. У нас есть все условия, которые создали нас глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович. Я из города Баку, Азербайджан. Мне 25 лет. Представляю бакинский клуб «Динамо». Знаю своего соперника, видел его бои.
достойный соперник, так как Ахмад предоставляет только хороших бойцов, и поэтому наши бойцы растут. Моя тренировка в течение 2 месяцев проходила в родном городе Баку. Думаю, я хорошо готов к предстоящему бою. Ничего не буду придумывать, буду делать то, что я умею. Ринг покажет, как говорится, кто сильнее. Конечно, для меня большая честь боксировать именно на этом турнире. Хочется показать зрелищного боя и порадовать всех. Сайфуллах очень хороший спортсмен, но в день боя он узнает, что я тоже прекрасный боец. Ромал, давай устроим войну на радость зрителям. Из синий угол, добро пожаловать из Азербайджана, Ромал Асланов! Красный угол приглашается боец из России. Дамы и господа, встречайте! Моя основа — это тайский бокс, муай-тай. Начинал именно в этом зале. Ахмад муай-тай. В этом зале вспоминаю в своем детстве, в первых шагах. По мере возможности приезжаю в этот зал, делюсь своим опытом с подрастающим поколением. Стараюсь быть для них примером, чтобы они брали только хорошее, чтобы из них получились настоящие воины. Наша подготовка проходила дома. У нас есть все условия, которые создал для нас глава Чеченской Республики Рамзан Ахмадович. Я из города Баку, Азербайджан. Мне 25 лет. Представляю бакинский клуб «Динамо». Знаю своего соперника, видел его бои. Достойный соперник, так как Ахмад предоставляет только хороших бойцов, и поэтому наши бойцы растут. Моя тренировка в течение 2 месяцев проходила в родном городе Баку. Думаю, я хорошо готов к предстоящему бою. Ничего не буду придумывать, буду делать то, что я умею. Ринг покажет, как говорится, кто сильнее. Конечно, для меня большая честь боксировать именно на этом турнире. Хочется показать зрелищного боя и порадовать всех. Сайфуллах очень хороший спортсмен, но в день боя он узнает, что я тоже прекрасный боец. Ромал, давай устроим войну на радость зрителям. Синий угол, добро пожаловать из Азербайджана, Ромал Асланов!
красный угол приглашается боец из России. Дамы и господа, встречайте! Дамы и господа, в связи с отказом соперника от продолжения боя по завершении второго раунда, техническим нокаутом победу одержал. Ladies and gentlemen, due to inability to continue the fight with opponent after the round, after the end of the round two, your winner by technical knockout, Сайфулла Хамбахада! В ринге президент Федерации кикбоксинга Чеченской Республики Махмад Эми Ахмадов. Добрый вечер, уважаемые гости, коллеги, друзья. Я по поручению главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича, буду сейчас вручать победителю этого поединка, зрелищного боя, нашему брату Сайфулле Хамбахаду, автомашину «Мерседес».